Кожен з нас без сумніву, хоч раз у житті тим чи іншим чином стикався зі зрадою. Іноді ми просто помиляємося, не так зрозуміли іншого або чогось собі навигадували. Такі Таке стається внаслідок неоднакового сприйняття людьми різних цінностей і цілей. Але іноді зрада і справді зрада. Це завжди боляче і неприємно, і завжди несподівано. Але чому і звідки вона приходить, з'ясуємо зараз. Тож, чому люди зраджують і як жити після зради. На ці питання сьогодні нам дасть відповідь сімейний психолог Іван Сторчак. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю. Пане Іване. Тож таке страшне слово зрада з точки зору психології. Воно дійсно дуже страшне, однак я рекомендую, ще слово зміна відділяти від от слова «предательство». Це зовсім дві різні речі. И э, если уже что касается предательства, то здесь само слово несет под, под собой такие смыслы и ценности, где прощать нельзя, то измена, э, ну если можно так сказать, она более облегченный вариант. То есть там э, измена может быть первым звонком, для кого-то последним, но в основном первым, чтобы пара села и разобралась, что произошло. Откуда взялась измена, почему она появилась, потому что просто так измена не происходит. Измена имеется в виду, только э, сексуальные отношения на стороне одного из партнеров пары. Или это уже семья, или только мужчина и женщина начинают встречаться и взяли на себя уже взаимные обязательства, может произойти измена. То есть сексуальные отношения на стороне с другим партнером. А предательство это тогда, когда предаются. Какі-то цінності ценності сім'ї, ценності довір'я, ценності чувств любви. Тобто, тоді, коли любовь з'явилася на стороні, і вже сім'я уходит на второй план. Угу. В інтернеті я знайшла на одному з форумів дуже цікавий вираз: я кохаю свою дружину, але в мене є потреба зраджувати. Ну, можно и так сказать, здесь очень сложный момент. Очень сложный момент, который касается непосредственно сексуальной жизни, вот конкретно в вашем примере. Туда же можно отнести и порнозависимость. Это тогда, когда просмотр порнофильмов становится более предпочтителен, чем сексуальные отношения со своей партнершей. Туда же можно отнести неумение заявить о своих желаниях в сексуальных отношениях, неумение принимать новое одним из партнеров. И вы знаете, что мужчины, что женщины на моих консультациях... 50 на 50 говорят об этом. Другое дело, что женщины могут быть более скромные, более закрытые, потому что девочек воспитывают немножко под другим углом мамы. У мужчин больше пространства для возможностей высказывать свои желания, поэтому вроде бы они кажутся более заинтересованы в каких-то изменениях в сексуальной жизни, но одно точно, что в течение всей семьи заниматься сексом с выключенным светом и под одеялом, обязательно приведет к измене А кто частей может быть зрадником человеки чинки? Вы знаете, абсолютно одинаково. Потому что все зависит от того, кто чего недополучает больше. Если недополучает, дополучает, если мужчина заботится только о себе и в сексуальных отношениях женщина не успевает получить удовольствие и удовлетворение, естественно, она будет искать отношения на стороне, потому что есть уже дети, есть уже вот как в том письме, допустим, любовь, есть уже ценности, ну и в конце концов, как писал Булгаков, да, есть квартира в конце концов. То есть есть вот это вот жилищный вопрос испортил, да, то есть не, не будут менять однокомнатную, двух или трехкомнатную квартиру из-за измен. Точно так же и мужчина. Если он недополучает чего-то в сексуальных отношениях, он будет искать на стороне э, утешения. Ну, за принято уважать, что человеки больше ходят на ливу. А это удобно это удобно, это, в принципе, больше, может, сохранять мораль, больше понимание того, что все-таки женщина — это хранительница очага. И, опять же, установки, когда почему-то женщина должна быть менее сексуально активной, чем мужчина, они удобны. Они удобны даже хотя бы для воспитания, я уже говорил, девочек. Но это чревато и другим тем, что девочки менее могут себя реализовать потом в семейной жизни по сексуальным своим желаниям. А какие причины? Чему люди ходят наливом? Вы знаете, минимум есть 10 причин. Самооценку поднять. Вот неуспешный мужчина в делах, мало зарабатывает, но зато часто меняет партнерш. Дармового тепла получает где-то там на стороне. Это может быть э, спортивный интерес. Да? Э, у соседа Пети, вот он мне рассказывает, что 50 женщин было, а у меня только 3. Ну, я уже проигрываю. Ну, это вот. Это может быть удовлетворение каких-то своих амбиций в достижении. Это может быть то, что когда-то супруга сказала, что у нее было какое-то количество мужчин, а мужчина, муж теперешний, вроде бы проигрывает. Ну и в конце концов, из-за огромного количества свободного времени. Люди, которые заняты, деловые люди, они меньше всего настроены на измены, потому что у них просто нет ни физических сил, и свободного времени. Нет, я не говорю о том, что они не могут могут найти да, лазей, но основная часть серьезных занятых собой людей, творческих или в бизнесе, они редко изменяют. Угу. А какая же первая перша сходинка на шляху до неверности? Есть очень хороший тест, каждый перед себя может проверить. Представьте себе, что возвращается муж из командировки или жена и рассказывает, ты представляешь, мы жили в гостинице со своей секретаршей, я жил, вот он рассказывает, да, или со своей помощницей, или с пиар-менеджером, не важно. Так вот, я не изменил тебе, хотя имел возможность. Вот это первый звоночек для семьи, но очень громкий, о том, что если вы заметили, что у вас была возможность изменить, и этим еще и гордитесь, то вы уже не удовлетворены чем-то в семье. А если вы даже в одной комнате спали с этой своей помощницей, спутницей по работе, но даже не подумали про возможность, это говорит о том, что вы полностью напитаны. Своим партнером, своей женой или своим мужем. Вот такой первичный тест, когда вы уже флешком этим размахиваете. А я вот мог, а мне говорили, а за мной этот мужчина так ухаживал. Ты представляешь, сколько у меня было возможностей. Ну, я тебе вот привезла верность. Это уже звонки, уже к психологу. Что-то не так. Вы замечаете, что вы можете получить на стороне интимные отношения. Всем известно, что женки очень эмоциональны. И иногда они на эмоциях что-то делают. І їм дуже легко, можливо, прийняти той дзвіночок, про який ви казали, захибний. От як розпізнати, де правильний дзвіночок, і треба вже замислитись, можливо, поговорити чи піти до психолога, і коли надумана проблема. Ну, смотрите, по-перше, якщо у вас зміняється чистота сексуальних відносин, длительність самого полового акта, тобто щось помінялося з моменту вашого знакомства, что-то происходит, то. что вы не можете объяснить. Пропадает какой-то ваш интерес к партнеру или вы чувствуете, что интерес партнера пропадает к вам. Вот это тоже очень важные тревожные моменты, о которых не всегда, к сожалению, умеют поговорить супруги. Тем более, даже если они это делают, они это делают очень травматично. После такого разговора без психолога, то есть когда пара сидит у психолога и психолог есть, можно сонастроить практически все, что вы хотите. Но когда пара сама начинает выяснять, снять. А почему у нас было столько раз? А что это сейчас с тобой? Ты же, наверное, на работе где-то подгуливаешь. или еще что-то? Это может настолько травмировать и мужчину, и женщину, что может быть совершенно обратный эффект и еще больше все посыпется. Обязательно надо к специалисту, обязательно к психологу. Но люди что дружуются, не для того, бы зраджевать? Конечно, конечно. А вы не забывайте, что каждый период семейных отношений имеет свои психоэмоциональные связи. Вот он как линейка, знаете, один этаж, второй этаж, один этаж, второй этаж. И вот эти вот психоэмоциональные связи между каждым этажом, вот эти лесенки, они иногда проскакиваются, знаете, проезжают их на лифте или очень быстро перескакивают. И оказавшись на новом уровне, люди не ориентируются, что надо что-то уже менять. Мы уже вместе год, мы уже вместе три года. И так, как было в 18 или в 25, в 35 не будет. И почему я не слышу партнера, или почему я не могу заявить партнеру о себе это еще хуже, когда сдержанность такая, это отражается на психосоматику. Щитовидная железа, желудочно-кишечный тракт сжимается, или слишком переедаем, или недоедаем. То есть это все отражается на, на теле, mm -hmm. на э, той же самой эректильной дисфункции. То есть, когда у мужчин начинаются проблемы, у женской холодности, когда все в голове, на самом деле, все в голове, и все это можно сонастроить вот этими этажами. То есть, немножко вернуться сходить к психологу, разобрать, какие же этажи мы проскочили, что мы живем mm -hmm. уже не в том времени, а думаем, что еще вот там пожи... только поженились. Ворили, пара одружилась, молодая пара. <клес> Я знаю, что первый рик, он такой дуже активный и может уже что-то показать в семейных отношениях. Значит, здесь цифр нету, таких, которые для всех. Играет огромное значение, сколько встречались до свадьбы. Был ли опыт семейного, семейной жизни, то есть уже развод один перед браком? Как долго мы друг друга знаем и как хорошо мы друг друга узнали? Вот многие говорят там цифры 3 года, 7 лет, ерунда полная. Вообще проскакивает 5. 5 лет, вот проскакивает все, что хотите. Вот этот этаж, он измеряется отношением супругов, плотностью. Если мы даже час вечером видимся, но можем с вами больше общаться, больше отдыхаем, больше обмениваемся информацией, мы с вами можем пройти путь за месяц тот, кто, кто пройдет путь за год. Да? Потому что не потому, что мало видимся, я хочу, чтобы на это обратили внимание. Могут в 6 часов вернуться с работы и каждый кто-то за компьютер, кто-то за книжку, вот. Но на самом деле только вот эти психоэмоциональные связи дают возможность семье не разводиться, не распадаться и жить вместе долго, долго и счастливо. Если уже так трапилось, еще произошла зрада, чем можно жить и после этого? Чем можно пребачить и? Ну, прощать всегда э, можно, и я всегда говорю о том, что э, развестись это самое простое и самое последнее, что может в принципе быть. Всегда можно простить, если есть желание у того, кто изменил э, исправить себя, э, сонастроить отношения, налагодить эти стосунки. Конечно, нужно это перепрожить. Нельзя это запихивать куда-то и не проговаривать со своим партнером, со своей женой или со своим мужем. Если это уже обнаружилось, надо говорить. Но если не обнаружилось и вас только подозревают, молчите. Ни в коем случае не признавайтесь, что это было. Вы об этом уже пожалели. А сейчас о в своей семье, признавшись, вы можете испортить свою семейную жизнь. Главное, что вы это поняли проработали, опять же, хотите сами, хотите к специалисту сходили. И больше уже к этому не вернетесь. Но просто так вытаскивать, как иногда, к сожалению, это делает семейный парк, а я тебе полтора года назад, хочу тебе признаться на Новый год. Полтора года назад я тебе изменил на курорте. Зачем? Непонятно. Добре, иная сторона медали, когда людина, яка зрадила. для нее это тоже тягар на И почему? Это відбувається через полтора года, потому что она уже не может... совесть. Психологу зачем жену свою исповедоваться перед женой? Для чего? Перед мужем. Для... Что вы хотите этим открытием? Вы себя... Вот хороший вопрос задали. Вы себя хотите спасти? А почему не позаботились о своем партнере? А что вы сейчас ему на голову вывалите? 5 тонн вот, вот этого э, брусчатки, которую вы на себе копили. И что, теперь вам стало, конечно, легче. А как вашей партнер? А как она сейчас скажет, а мы же с тобой полтора года жили, у нас же была такая жизнь счастливая, и радость в близости, и ты говорил, что любишь меня, так ты мне и сейчас врешь? Если ты мне полтора года врал, вперед к психологу, сейчас уже совершенно другая культура. Сейчас все понимают, что к психологу ходят здоровые люди. Хотят о себе позаботиться, сильні люди. А не нужно свою жену или свого мужа ставити на ту роль, на коту они не пригодне, мало того, і нічого не рішати. Знову ж таки, чоловік зрадив, він признався, тягар себе зняв. Жінка тепер сприймати це не може. Для нее это очень важко и эмоционально, и бывают такие случаи, что даже психологически она не может даже с ним лягать в лишку. Да, так и есть такие, больше иногда могут и не жить сексуальной Это как раз тот момент, чем можно жить после срады, после а, такой информации. Нету ничего, что нельзя в психотерапии, в психологии проработать. Даже мы сейчас часто слышим и постстрессовый синдром, посттравматический стресс, это проработка смерти. Сейчас, к сожалению, это уже стало нормой, вот, когда близько людей э, не становится вот у бойцов и так далее, которые сейчас не понимают того, что это произошло. Вот через год, через два это все равно к ним вернется. Они не зальют это стаканом водки, эта боль будет. Вот точно так же и здесь. Если вы уже получили такую боль, не консервируйте ее, не закрывайте крышкой этот кипящий чайник. Он взорвется. Только он может взорваться как мина внутри вашего организма и вам поразрывает все органы и системы. Вы вполне можете оказаться уже не у психолога и психотерапевта, а у психиатра. Или попасть в какую-то зависимость, аддикцию, алкогольную, наркотическую переедание, называется платье Офелии, когда женщины вот так вот заедают себя для того, чтобы спрятаться от собственных проблем, возможности познакомиться, возможности э, жить с мужем счастливо и так далее. То есть обязательно это идет какими-то, как говорится, косяками, вот, э, э, говорится, накосячили, но потом это уже не отмотаешь, жизнь-то проходит, годы идут. А травма остается и только растет. Ваш муж может уже это забыл, а вы, если вы уже говорите про женщину, не можете. Это все болит, разные кровати, разные комнаты. А это еще все видят кто? Дети. Детина. И у них размывается... В границі сім'ї і потом вони, создаває свою сім'ю, навіть не знаючи, о том, що у вас з мужем був такой розговор, будуть спати на отдільних кроватях. Возможно, дуже часто в таких випадках рятують сім'ю заради дітей. Угу. Чи варто це робити, ну не дивлячись ні на що, чи все ж таки, якщо вже ваза, як кажуть, розбилася, то склеювати її не варто. Ну, смотрите, вазу может и не стоит склеивать, всегда можно слепить новую. Но что касается детей, здесь вам нужно себе задать вопрос. Будут, будете ли вы в состоянии служить, если уже мы говорим про детей, это уже служить, это уже ты не для себя живешь? это ты уже живешь для детей, ты у себя забираешь личную часть жизни. Так вот, будете ли вы балансны из своих внутренних сил показывать детям, что вы счастливы? Если вы видите, что есть такая возможность у вас, живите. Но ко мне вот очень много, что я хочу сказать, плюс очень многим папам, мужчинам. Они приходят в состоянии измен. И даже в состоянии большой любви. И вот как не, не, многие, может, женщины не верят, а их жены точно не знают, они с ними об этом не говорят, и слава богу, что приходят к психологу. Они жалеют того, что они не хотят расставаться со своими сыновьями, со своими дочками, даже из-за огромной сильной любви. И они у меня спрашивают, как это сонастроить, чтобы сынок 4-5-6-7-летний, и вот эта женщина, которая оказалась именно тем, что им надо в жизни и они женились 18 лет мамы папы знаете как бывает и вот и здесь всегда есть решение не надо считать что если вы не видите в траве сурка то его там нет всегда есть решение у каждого, Є своя формула щастя, і в этой формулі він буде щасливим, Тільки нужно її відкрити. А у кожного індивідуальна. Декілька порад, як правильно себе вести в такі ситуації, що коли є дитина, і ну, треба або пояснити, або не сперечатися при дитині, щоб не травмувати її і не ламати психі психічно. Ну, это спасибо тоже за вопрос. Это огромная проблема, потому что почему-то все родители думают, что когда ребенок на них не смотрит и а занимается своими делами, то он их не слышит. Разговоры по телефону с подругами, разговоры по телефону с друзьями, с мамой, с папой, жалобы, разговоры в семье мужа с женой. Они все дети это все слышат. Конечно же, по возможности исключить эти разговоры при детях. Второе. проговорить з мужем з зіною, що ви хочете. ви розводитесь, розлучаєтесь чи залишаєтесь. Якщо залишаєтесь, то це треба переробити і забути один раз і назавжди, ніколи не згадувати. Знову до психолога. І якщо ви вже вирішили розводитися, то в зависимості від возраста ребенка йому нужно объяснить, що произошло. на каждом этапе жизни, это разное будет объяснение, в 5 лет одно, в 10 другое, в 13 третье. Для того, чтобы ребенок не был в ожиданиях лишних, как некоторые говорят, папа уехал в командировку. Папа уехал в командировку, год нет, два нет, как ребенок растет. А мама пошла к психологу, проработала это все, выходит замуж. У нее появился новый мужчина. И ребенок спрашивает, мама, где же папа? Папа же уехал, как ты так... То есть ситуации непрогнозируемые любой разговор, любой, то есть говорить правду, но на разных уровнях ребенку, если уже вы разводите. Семейный психолог Иван Сторчак. Сегодня был час и совы. Я дякую вам. Нехай ваши парады станут нам у нагоди, а ваши семьи будут мецными и хай счастить.